В эфире новости на телеканале Оркин Медиа, в студии Виктория Буханцева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах. Главный экзамен около 300 выпускников Балхаша, Актуга и Приозерска завтра будут сдавать ЕНТ. Здание откроем мы в 7 утра, запуск начнем в 8 утра. Да будет свет, на рабочем поселке устанавливают уличные фонари. Завершить установку опор освещения планируется в конце июля текущего года. Смартфон за чек. Балхашцы могут принять участие в акции «Требуй чек, выиграй приз». Дата и время выдачи чека должно быть не ранее 1 мая 2019 года. Около 300 выпускников Балхаша, Актуга и Приозерска завтра будут сдавать ЕНТ. Тестирование пройдет в 7-й гимназии в один поток. Главный экзамен стартует в 9 утра. Чтобы ответить на вопросы по трем основным и двум предметам по выбору, у школьников будет 3 часа 50 минут. Для проведения ЕНТ уже подготовили 7 аудиторий. В этом году закупили 8 новых глушителей. Их установили в коридоре возле кабинетов. На проходной учеников будут проверять специальные аппаратуры. Единое национальное тестирование завтра будут сдавать больше 220 выпускников Балхаша и около 70 из Актугая и Приозерска. Апелляция пройдет 22 июня с 9 утра до часу дня. За проведением тестирования будет следить специальная комиссия. Представители приехали с разных городов, с разных областей. 11 представителей Министерства образования. И состав государственной комиссии будет в полном составе завтра утром. Здание откроем мы в 7 утра. Запуск начнем в 8 утра. 120 столбов освещения установят в этом году на рабочем поселке. Новые светильники появятся на 4 дорогах частного сектора. Освещение уже провели на улицу прокатчиков. На улице Гоголя специалисты подрядной организации готовят место для новых опор. С помощью оборудования выкапывают яму глубиной 1,5 метра. После, чтобы укрепить будущую конструкцию, установят анкеры и зальют бетонной смесью. А когда заготовка для столба будет закончена, здесь появятся светодиодные фонари. На этом участке некоторые трудности возникают. В одном месте земля каменистая, в другом рыхлая. Машиной буром выкапываем ямы на расстоянии около 30 метров друг от друга, где в будущем установим столбы освещения. Всего в этом году на улицах рабочего поселка появятся 120 столбов освещения. Новые светильники установят на Токтамысова, Гоголя, Сарарка и Школьной. На оборудование и работы из местного бюджета выделили чуть больше 28 миллионов тенге. Еще 11 уличных фонарей установила организация «Балхашэнерго» за счет собственных средств. Конкурс на установку столбов освещения выиграла карагандинская компания. Сейчас по графику проводят земляные работы. По плану завершить установку опор освещения планируется в конце июля текущего года. На этой неделе профессиональный праздник отметят сотрудники полиции. Дата 23 июня была провозглашена указом первого президента в 2007 году. С тех пор ежегодно правоохранители поздравляют, награждают за доблестный труд грамотами и медалями и вспоминают погибших при исполнении. Наши корреспонденты подготовили сюжет о полицейских Балхаша. Акмарал Куатбекова продолжит тему. О трудных балхашских подростках инспектор группы по делам несовершеннолетних Кенжигуль Тулиева знает не понаслышке. В ее обязанностях профилактика беспризорности и предупреждение нарушений среди школьников и студентов. Капитан ювенальной полиции в органах работает более 5 лет. Трудовую деятельность начинала в Темиртау. Там же вышла замуж и родила 2 детей. В Балхаш перевелась по службе в 2016 году. Работать в органах я хотела со школьных лет. Потом поступила на юридический факультет в Караганде и начала свою службу. Мой супруг тоже работает в этой структуре, поэтому семья всегда поддерживает и понимает меня. За порядком на дорогах вот уже 20 лет следит капитан дорожно-патрульной полиции Куат Тлеубеков. За безупречную службу он неоднократно получал благодарственные письма. Усмирять водителей правоохранитель начал в Караганде. С прошлого года работает в Балхаше. В городе командир полиции следит за повседневной готовностью дорожно-патрульной службы и обеспечением безопасности дорожного движения. Наша работа, конечно, нелегкая. Здесь трудятся только психологически устойчивые люди, потому что при нарушениях полицейский должен четко указать на них и общаться с водителем в рамках закона. Конечно, горжусь службой в органах внутренних дел.
На сегодняшний день в органах внутренних дел Балхаша функционирует больше 10 отделов, среди которых отдел местной криминальной полиции, следственные и дознания, противодействие экстремизма и терроризма. В них работают больше 200 сотрудников. За порядком и безопасностью города правоохранители следят 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ахмарал Куатбекова, Серик Кисебаев, Уркин Медиа. Меньше недели осталось у балхашских реализаторов спиртного, чтобы оплатить лицензию на алкоголь. Если до 25 июня предприниматели не заплатят сбор, они лишатся права на продажу горячительного. Всего в городе больше 180 бизнесменов, которые занимаются реализацией алкогольной продукции. 84 из них уже оплатили лицензию. Для владельцев розничных магазинов сумма сбора составляет 252 тысячи тенге, а для оптовиков вдвое больше – около 500 тысяч тенге. Вносить деньги можно ежеквартально. До 25 числа каждого месяца или раз в год. Если до 25 июня продавцы горячительного не оплатят лицензию, они лишатся права реализации спиртного. Те налогоплательщики, которые оплатили ошибочно на код 105-402, вам необходимо прийти в управление госдоходов по городу Балхаш, в отдел учета и произвести переброску. Так как 105-402 – это сбор для налогоплательщиков, которые впервые зарегистрировались и получили лицензию, а 105-434 – это код для того, чтобы ежегодно оплачивать. Больше 120 балхашцев пополнили ряды вооруженных сил страны. Еще около 30 отправят в армию до конца июня. Весенний призыв подходит к концу. 27 новобранцев стали пограничниками. Трое проходят службу в государственной охране, 56 по линии Министерства обороны. Сейчас комплектуют наряд в Национальную гвардию. Ее ряды пополнили уже 38 балхашцев. Еще 27 отправят до конца месяца. Всего весенний призыв повестки получили около 2000 человек от 18 до 27 лет. Больше 150 направят на воинскую службу. 90 на данный момент признали негодными. Остальные получили отсрочки, проходят учебу или достигли 27 лет. 90 призывников признали негодными из-за хронических заболеваний, плохого зрения, хирургических или неврологических проблем. Группы комплектуем и отправляем на областную медкомиссию каждые 4 дня. До 30 июня будет 5 отправок. Там, если они получают одобрение специалистов, направляются на воинскую службу. Альтернатива срочной воинской службы – военно-техническая школа. 40-дневные курсы может выбрать любой призывник, признанный годным и достигший 24 лет. Стоит обучение около 260 тысяч тенге. После него выдается военный билет. Желающих направляют в школу ежемесячно. В июне военные курсы выбрали 17 человек. Также получить воинское образование приглашают балхашских выпускников. Уже пришел наряд на 12 абитуриентов, которых направят в вузы Алматы и Актобе. Балхашцы смогут ежедневно выигрывать смартфоны по магазинным чекам. В республике проходит акция «Требуй чек, выиграй приз». Для этого жители должны зарегистрировать платежную квитанцию. Участвовать в акции могут все казахстанцы старше 18 лет. Жители должны скачать мобильное приложение «Тандау», зарегистрироваться в нем и при каждой покупке указывать данные фискального чека. Для участия допускаются все виды платежных квитанций. Организаторы конкурса ежедневно разыгрывают среди участников смартфоны. Продлится акция до 8 августа. Акция 18 часа. По условиям акции дата и время выдачи чека должно быть не ранее 1 мая 2019 года, то есть начала розыгрыша. Количество чеков, регистрируемых одним участником, не ограничено. Это были все новости к этому часу. Завтра в 20:30 смотрите итоговый выпуск. До встречи в эфире.